Здорово, подписота. Всех вас с 23-м годом. Буквально через несколько часов он начнется или настанет, или наступит. Короче, поняли. Пожрем оливьешечки под шубкой, филе куриное, тут оладушки индейки. Давайте. Но перед началом ролика хотел бы поздравить Романа Бадаева с его с прошедшим днем рождения, а также поздравляю его с наступающим Новым годом. Желаю тебе здоровья, самое главное, и исполнения всех твоих желаний. Давайте жрать. С чего начнем? С чего начнем? Давайте с оливье. С оливье. Дальше. Под шубой очень большая порция. Очень. Очень большая. Забыл, надо же одеть слюнявчик. Теперь норм. Теперь я не должен запачкать свою футболочку бирюзовую. Ну-ка, если макать в кетчуп. Оливье, наверное, не даем, потому что много. Но вот это вот постараюсь сожрать. Главное, чтобы не упало ничего. Новый календарик в наличии. Давайте, наверное, вот эту штучку попробуем. Давайте. Это называется филе куриное огонек. Чем-то, знаете что? Чем-то напоминает по-французски, но я думал огонек. По-французски там лежит картошка, здесь нет. Потрапезничаем, не спеша. У нас завтрак. А у меня завтрак не у нас, а у меня. Время 10 утра. Без 10:10. Очень плотный завтрак.
Сытненько. Сытненько. Продолжим. Привык, что оливье не надо жевать. А тут надо жевать. На запивон лимонад ставить, но пока не хочу запивать. Не знаю. Пока не хочу. Хочу вот это с горчицей замутить. Попробовать. Будет прикольно или не прикольно. Вот так вот сделать. Давайте узнаем. Улучшение на лицо. Помидор печери ням-ням. С чего начнем? Вернее, не начнем, а продолжим. Хорошо с утра прям объесться. Да. Большую бы половину выжил, больше я не хочу. До свидания. Вот это более мне. Огонек, ням-ням. В огоньке, смотрю, морква есть. Видно вам в огоньке? Морква. Перец болгарский. Упал этот тряпочка моя, вот так вот ее прям вообще всю туда, все теперь не должна упасть. Слушайте, что-то не прикольно есть, но по-французски мне кажется вкуснее. По-французски вкуснее за счет того, что картоха там. Но она и это не хорошая. Замечательно.
Надо запить. Ваше здоровье, чувачки. Так, тык, тык. Где моя горчица? Эту штучку с горчичкой. Почему-то всегда любил с детства холодные котлеты с горчицей и с хлебом. Ну, либо с батоном. Всем пока, всем добра.